Приходилось ли вам раньше играть с детьми, с подростками до пляжного футбола? Не, не приходилось, в принципе. В городских соревнованиях участвуют более взрослые ребята. Ну, тоже с детками интересно своего рода было поиграть, немножко почувствовать какую-то раскрепощенность, уверенность в себе. Тоже такие игры, я думаю, нужны. Это тот самый редкий случай, когда хочется, чтобы дети забивали голы. Да, даже в игре много кто из наших кому-то подсказывал, как действовать, потому что они, наверное, первый раз играют в таком турнире, берут участие. И приятно было, они молодцы, старались, забили гол даже. Было приятно, в удовольствие поиграли. И пожелания команде на дальнейшие игры. Только побед, дальше будут уже серьезные игры идти, за чемпионство будем бороться, то есть дальше нет уже таких явно слабее соперников, чем мы. Там надо будет играть только на победу и выиграть.